Всем привет! С вами познавательный исторический канал Одиссея. На сегодняшний день видеоигры стали полноценным видом искусства, имеющим не меньшее число поклонников, чем у кинематографа или литературы. И в числе этих поклонников не только подростки, но и люди порой достаточно зрелого возраста. Ряд компаний стремятся воссоздать образ событий прошлого, в которых каждый из нас может поучаствовать в исторических событиях. В этом видео вы узнаете о том, в каких исторических играх можно встретить Беларусь и все то, что связано с ее историей. Готовы стать Константином Острожским? Что ж, мы начинаем. Европа Универсалис 4. Глобальная стратегия, в которой можно возглавить почти любую страну, которая существовала с 1444 по 1821 год. ВКЛ как игровое государство встречается и в прошлых частях серии, но стоит поговорить о последней, самой качественной и масштабной. Помимо государств от Балтийского до Черного моря, здесь можно выбрать Речь Посполитую и даже создать Полоцкое и Смоленское княжество. Какой-то конкретной цели в игре нет. Нужно развивать свое государство, используя социально-экономические и военно-политические факторы, строить цехи и мануфактуры, торговать с другими странами, развивать науку, образовывать союзы и династические браки, создавать сильное войско и эффективный флот. По умолчанию страны, которыми управляет компьютер, ведут себя в рамках истории и баланса. Турки берут Балканы, Москва воюет с татарами и Новгородом, Испания колонизирует Новый Свет. Но легко переписать историю в данном случае. Например, играя за ВКЛ, можно навязать Польше свой Люблинский сейм, захватить Московию или даже первым основать колонию на Манхэттене. Вторая игра – Казаки. Легендарная серия стратегий в реальном времени украинской компании GSC Game World, где перед игроком история Европы 17-18 веков и, соответственно, можно играть как за Речь Посполитую, так и за Запорожскую Сечь. В отличие от Европы Универсалис, в этой игре акцент ставится не на глобальную карту, а на стратегию во время одной битвы. В приложении «Снова война» в первой части присутствует сюжетная линия Речи Посполитой, где по-настоящему можно окунуться в историю государства белорусов, поляков и литовцев того времени. Цель игры – создать базу, добывать ресурсы, нанимать армию и победить противника. Без тактической расстановки не обойтись. Боевые отряды сконструированы исторически и делятся на несколько типов – пехота, кавалерия, артиллерия и флот. Игроки управляют армией и борются между собой с целью разгрома врага и уничтожения его базы. Одновременно в бою может сойтись до 32 тысяч юнитов. В зависимости от цели и миссии и режима игры, задания могут различаться. Играть можно против искусственного интеллекта или онлайн с живыми людьми. Средневековье 2. Total War Kingdoms. Эта часть серии пошаговых глобальных стратегий Total War посвящена Средневековью. Игра совмещает элементы первых двух игр, рассмотренных в этом видеоролике. Перед игроками стоит выбор между крупными государствами Европы и Ближнего Востока 11-16 веков. Здесь также можно переписать историю, исламизировать Европу или отстоять существование Византии. Внимание нашей истории уделено в дополнение к игре под названием Kingdoms. С ним добавляется целая кампания за Великое княжество Литовское. Игра начинается с 1250 года, примерной даты создания государства, а князем является Миндовг, реальная историческая личность. Основная цель кампании повторяется с историей – не дать захватить себя соседям. Тевтонскому ордену, Золотой Орде или Московии, заключить Кревскую унию с Польшей и победить крестоносцев под Грюнвальдом. Но поскольку это игра, никто не вправе запрещать писать и свою историю белорусского средневековья. И, например, захватить Московию или даже ввести православие на немецких землях. Четвертая игра. Mounted Blade – Огнем и мечом. Единственная в видеоролике ролевая игра украинской студии Siege, сюжет которой написан по одноименному историческому роману Генриха Сенкевича. Перед игроками территория современной Беларуси, Украины, Востока Польши, Запада России, а также стран Балтии середины 17 века. Главному герою ставится выбор – стать на сторону одного из больших государств – Речи Посполитой, Запорожской Сечи, Московии, Швеции, Крымское ханство. Для первых трех стран в игре отведена сюжетная кампания по истории Первой Северной войны, а также войны, которая называется «Кровавый потоп» 1654-1667 годов. Игра за Речь Посполитую рассказывает историю, основанную на романе все того же Сенкевича «Потоп». Игрок должен помочь шляхте Речи Посполитой сплотиться и освободить страну от шведской оккупации. Далее придется помогать крымским татарам и разгромить московскую армию, а также попытаться вернуть украинские земли. Если вы сторонник независимости ВКЛ, можно поднять восстание под руководством Януша Радзивилла и тем самым захватить трон. Атмосфера Mounted Blade «Огнем и мечом» действительно окунает в те времена. В игре можно познакомиться с десятками исторических лиц, оружием, предметами быта. Здесь каждый сможет поучаствовать в многочисленных войнах, сражениях и схватах замков. Пожалуй, именно эту игру можно назвать одним из лучших справочников по истории Беларуси середины 17 века. Пятое место – Civilization 6. В последней части самой известной пошаговой стратегии добавили игру за польскую нацию и уникальную ее особенность – уния с Великим княжеством Литовским.
Хотя Civilization 6 трудно назвать исторической, но здесь присутствует сценарий с литовской и волынской шляхты, а также крылатыми гусарами. В игре есть и такие исторические личности, как Константин Острожский и Николай Радзивилл. Шестое место. Игра Syndicate. В данном шутере от первого лица действие происходит в недалеком будущем. Власть захватили корпорации и подменили собой государство. По сюжету, в 2028 году власть в России захватила корпорация «Правитель», а в 2031 году в Беларуси был запущен особый вирус, убивающий всех людей, в головы которых были вживлены чипы. Игра сделана в духе киберпанка и антиутопии, интересна своей сюжетной линией и в свое время получила самые высокие оценки критиков. Седьмое место. Том Клэнси. Это американский писатель-фантаст, и для Беларуси он отвел не более завидную роль, чем в предыдущей игре. В 2015 году на Ближнем Востоке было уничтожено 20 миллионов человек и нарушены поставки нефти, в результате чего цена на нее подскочила до $800 за баррель, и Россия пережила экономический бум. Затем страны Европы объединились в Европейскую Федерацию. Российская же Федерация вынуждает Беларусь присоединиться к себе на правах провинции и становиться буфером между двумя сверхдержавами. И командно-штабным автомобилем россиян в данной игре является МАЗ-660 «Царь-паук». Восьмое место. Arma 2. Данная игра во многом уникальна. Во-первых, это полноценный симулятор боевых действий. Интересно как компания, так и мультиплеер с многочисленными пользовательскими картами, где выживать не менее сложно, чем в реальном бою. Во-вторых, непосредственного упоминания Беларуси в этой чешской игре нет. И тем не менее она попадает в наш список, поскольку в ней слишком уж много совпадений. Судите сами. Действие Arma 2 разворачивается в 2009 году, на территории выдуманной постсоветской страны Черноруссии. В стране вот уже 2 года длится гражданская война. После того, как коммунистическое националистическое движение Чернорусское движение «Красная звезда» было побеждено на выборах 2008 года демократической прозападной коалиции, эта организация организовала восстание и попыталась с помощью этнического русского населения северных провинций объединить север Черноруссии с Российской Федерацией, однако была остановлена. Осенью 2009 года эта организация развернула крупное наступление на правительственные войска, которые спустя несколько недель захватили почти всю северную провинцию и объявили независимость. После переговоров с Россией о присоединении, когда Москва им отказала, они установили свое правительство и ввели военное положение, при этом продолжая наступать на западную часть страны. Правительственные силы понесли большие потери, и ситуация стала критической. Александр Баранов, премьер Черноруссии, попросил помощи у сил НАТО, чтобы установить мир и порядок на территории страны. Безусловно, не стоит выдуманный сюжет соотносить с реальными событиями и относиться к нему серьезно. Однако это забавно, что чехи писали сюжет для данной игры в 2007 году. Девятое место. Blitzkrieg 2. Возмездие. Первые миссии этой старенькой стратегии Blitzkrieg 2 Возмездие посвящены главным сражениям на территории БССР. Начинается все со знаменитого Бобруйского котла. Игроку предстоит управлять советскими войсками и привести их к окончательному разгрому немецких войск в городе. Далее дорога на Минск, а потом и штурм столицы. Игра 10. Операция Багратион. Студия Wargaming попадает в наш список вовсе не благодаря знаменитым на весь мир танкам. Упоминания собственной Беларуси в игре в общем-то и нет, хотя в них и есть полноценный белорусский перевод. За некоторое время до них студии была создана стратегия в реальном времени, где подробно и реалистично были реконструированы основные этапы белорусской наступательной операции. Игрок управляет ходом крупных сражений, разворачивающихся на масштабных картах. В ходе сражений игроку предстоит освоить целый арсенал тактических приемов, от лобовых танковых атак и фланговых прорывов до отвлекающих маневров, вылазок в тыл врага и ставших отличительной особенностью белорусской наступательной операции котлов и мешков. 11 место. Легенды Эйзенвальда. Данная ролевая тактическая игра от белорусских разработчиков для многих осталась незамеченной. По системе управления игра напоминает классических героев, пошаговую глобальную карту и пошаговые бои. При этом действие происходит в выдуманном Эйзенвальде. Игра имеет интересный фэнтезийный сюжет. Упоминаний Беларуси в ней нет, зато есть сочный творческий белорусский период с моками, дютюками и матюками. Деньги на игру разработчики собирали на кикстартере, в результате добились коммерческого успеха и отличных отзывов в игровой индустрии. Мы рассмотрели с вами целых 11 игр, которые повествуют об исторических событиях на территории Беларуси, либо косвенно ее затрагивают. Важно помнить, что исторические игры не позволяют полноценно изучить историю, поскольку являются художественной выдумкой, хоть и базирующейся на исторических событиях. Реальное и непредвзятое изучение истории можно осуществлять лишь через приобщение к историческим артефактам, свидетельствам прошлого. Что ж, ну а вам, уважаемые зрители, приятного проведения времени в играх, ведь учебный год уже закончился, а значит впереди лето и много свободного времени. Надеемся, что вам понравился видеоролик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорого!